Здравствуйте, меня зовут Тимошенко Наталья, я продолжаю свой рассказ «Красный иероглиф». Привет, Котофеич, пойдем завтракать. Так, что у нас тут на завтрак? О, яичница. Поговаривают, что яйцо усваивается на 97%. Слышь, Котофеич, мяу. А что ты хочешь на завтрак? Мяу, понятно. Я насыпал еды коту, брал за ним лоток. Зарядку, что ли, сделать, пронеслось у меня в голове. Да зачем мне зарядка, я же завтра в зал пойду. Разговаривать с самим собой, это, конечно, весело. Хорошо, что тихо разговариваю, соседи не слышат. А с котом поговорить всегда приятно.